Друзья, приветствую вас! Все вы знаете автомобиль Volvo XC90 первого поколения. В принципе, автомобиль ничем особо не примечательный. Многие называют его несколько скучным и так далее, но сегодня у нас исключение. Ну что, ребят, давайте приступать. Это, значит, у нас Александр. Да, вот, инстаграмовский ник у Саши. Мороз Саня. Мороз ниже Саша Саня. Заходите туда, чтобы посмотреть более подробно про его тачку. Всякие постики и все дела. А, в общем, вот его монстр. Это Volvo XC90 первого поколения с мотором V8. И сейчас мы пробежимся по экстерьеру, интерьеру и затем рулить, обсуждать, что происходит в процессе вождения. Друже, ну что, поехали. В общем, машина мне прежде всего стала интересна для обзора из-за обвеса, потому что без обвеса XC90 выглядит достаточно скучновато. Пенсомобиль, да? Как их называют, в принципе, во всем. Ну, как и стереотип есть весь. Слушай, а давай сейчас, перед тем, как мы продолжим обсуждение, включим моторчик, и ты немножко погазуешь, чтобы люди поняли, что здесь как бы V8, и все серьезно. Сразу давай. Саша, расскажи, пожалуйста, что это за обвес вообще? Где ты его надыбал? Он реально прикольный. Обвес? И что в него входит? Обвес изначально был Хейко, просто тут было... Хейко? Хейко, вот, да. Ребят, название логотип Хейко. Это вроде собака какая-то. Да, получается. Вот, был сначала обвес с тоненькой жаброй. Так. Пальца, грубо говоря, так. Ты увеличил жабру сам, да? Да, сделали больше жабру, получается. Сделали выход на расширение, получается, вот оно. Так. И само расширение, которое тоже в индивидуальном заказе делали, то есть пороги. А, то есть этого не было изначально в рамках Хейко обвеса, да? Не было, да. То есть Хейко обвеса вообще это... расширения нету. Ну, давай, раз уж, чтобы нам закончить про обвес, давай еще к попе переместимся в автомобиле. А выхлоп не от Golf R? Нет. Я всегда думал, что от Golf R, когда видел вот и твой автомобиль, и Серегин. Не, очень похоже. У них какие-то там Хейко банки. Я не знаю, как тут, но у меня не Хейко банки. Я делал насадки отдельно под Хейко, получается, красил. Они были хром, покрасил их порошковой краской. Потом хотел, короче, установить хотел банку от X5M, как все делают там заслонками, но пока это в процессе все. Слушай, ну круто. Ну симпатичный реально обвес. Вот даже, ребят, с учетом того, что сейчас 2017 год, за счет этого обвеса тачка выглядит абсолютно актуально, трендово и клево. Слушай, а цвет изначально красный был, когда ты купил? Цвет, да, был заводской, довольно-таки редкий. То есть с завода шел красный цвет? Красный цвет, редкие машины, спорт-комплектация, получается, в спорт входит. То есть как она полностью называлась? XC90 Sport? Да, V8 Sport. А, V8 Sport. Да, у нее не было вот этих, не было рейлингов, получается, вот они заглушечки стоят сразу с завода. Это же спорт, какие рейлинги, да? Ну да, типа нет их. А что скажешь насчет капота? Капот неужто такой с завода шел класса? Нет, капот переделали тоже мы. Такая, ну, достаточно необычная форма, прикольно. То есть так вот здесь опустили, грубо говоря, металл. Здесь такой V8 горб. Вот это, получается, было заводское, а горб этот нарастили, получается. Вот он сделан, за основу взята вот эта болванка от капота Хаммон, по-моему, какой-то там. Брутал, если посмотреть, особенно отсюда, мне больше всего нравится, как он выглядит вот отсюда. Вот он такой чисто бык. Да, прям может навалять прям сходу так без развода. Но навалять он не сможет за счет мотора своего. Если компрессор был бы, то было бы веселее, конечно. Слушай, а давай сначала, перед тем, как мы прыгнем в интерьер, покажем, как выглядит подкапотное пространство. Дело в том, что здесь не просто V8, и сейчас вы поймете, в чем, собственно, дело. Так, справа где-то, да? Да, справа. О, все, нащупал. Грязный. Так, внимание, друзья. И тут у нас, посмотрите, V8, который расположен... Как это правильно сказать? Продольно, да? Вот, то есть, грубо говоря, у всех V8 как бы находится вот так, поперечно это да, называется, поперечно. Да? А здесь продольно. И это просто crazy, да? Потому что... по-моему, как я это знаю... Это первый автомобиль, на котором я вижу такое решение в плане V8, чтобы так его располагали, схему расположения. Вот сейчас Саша пока показывает, дай-ка чуть понажимаю. Это сделали, по-моему, в соответствии с безопасностью, вроде как, я слышал. Ух.
Хорошо. Ну что, теперь, я думаю, можно идти в интерьерчик, и после этого мы начнем уже наваливать. У нас сходу начинается атмосфера вольвовского уюта. Знаешь, я как сейчас помню, где-то лет 7 назад у моего босса, значит, у него был как раз сам 9,5 Aero, который я у него купил, а у его папы была Volvo S60. Он как-то на ней приехал, я сел в нее, и реально так было тяжело выходить, потому что реально вот в чем вот в сидушках Volvo реально... Как дома. Это топ в плане комфорта. И вот сюда вот садишься сходу, вот после тебя ничего там не переустанавливал, и просто вот оно мягенькое такое, прям вот на дальняк просится сразу. Круто. Так, ну что, это у нас с завода шел R-руль такой? Нет, нет. А, руль был, получается, спорт. Но в дальнейшем его переделал, конечно, под шильник. Сюда просто добавили шильник R-дизайн, и все. А это, то есть это не отсюда руль? Это заводской спорт. А, это заводской, это заводской, да? Руль спорт, да. Ага. Вот, из приборки, из мелочей еще, то, что добавляется там к спорту, это тоже приборка, соответственно. А, так, ты имеешь в виду то, что вот голубые синие. Такие ж эти... Да, да, синенький циферблаты, получается. Mm-hmm. Потом из спорта еще тут ручка, вот, получается, она с перфорацией, с маленькой. Это мы говорим про отличие от обычного XC90. Да, это включалось в спорт комплектацию. Вот, салон, получается, тут спорт, также, соответственно, вот дальше сделали R-дизайн, потом продавали как R-дизайн с 10 года. Вот, дополнительные подпорки, не знаю, кто там, Рикар. Это у тебя фиолетовая Алькантара? Алькантара, что ли? Не, она это просто чуть подвыгорела, видишь? Слушай, она круто выгорела, она теперь фиолетовая. Как вы думаете, что это, Саша? Вот покажи, пожалуйста. Я думаю, это просто, да просто заглушка какая-то. Но, внимание. Алло, алло. Это получается, здесь, наверное, не было изначально какого-нибудь Bluetooth, да? И была возможность Bluetooth вот с таким вот телефоном. Да. Алло, алло, Сань, тебе. Так, ребята. Оп, ничего себе, у тебя здесь сзади тоже экранчики, все прям по-богатому. Ну что, пробежались мы добротно вместе с двумя Александрами по экстерьеру и интерьеру. Теперь давайте приступать к вождению. Слушай, первичное впечатление, будто едем на шведском танке. Слушай, как она, кстати, в эксплуатации по деньгам? Насколько вообще затратен такой автомобиль? Менял из поломок только это новый вентилятор и генератор, в принципе. Неизвестно, когда коробка подойдет, но я чувствую уже скоро. Но так в целом народ не жалуется? Пробег. Это беспроблемный автомобиль? Да ну как бы, я не знаю, я обслуживаю все полностью. Халдекс этот, получается, насос, фильтр, там все меняю. Потом в угловой, в редукторе, в целом раз в год, там, ну либо 1040 пробега, как у меня в год состоит. Ну давай тогда жахнем. Да. Мертвая. Не, почему? А ты нажал до конца тут? Не, я нажал до конца, да, она прям, ну, такая паровозная тяга. Не ракетная, но паровозная. А как, кстати, по бездорожью на ней ребята лазят? Ну, не знаю, у меня товарищ есть такой, без головы, который любит там покуролесить. Вот он на 20-х колесах залазил прям так, что дверь не открыл. Не, в плане проходимости она очень хорошо. Может, да, проехать? Может, да. Люди, то есть, кто как ездили, они удивляются, типа, о, как так-то не, Нива не проезжает некоторые там А90-ки. Но это смотря, опять же, как у кого насколько ума. Чем выше джип, тем дальше за трактором. Ну да, так, давайте сейчас сходу попробуем коробы развернуться. И, кстати, радиус разворота очень большой, да? Ну да, это, по-моему, как я слышал, видел, читал, там это из-за безопасности. Типа. Ну прикольно, слушай, мне нравится. Ну вот, после 120 наблюдается сдув. До 120 она реально очень бодренько едет. Ну, я бы не сказал, у нее, знаешь, как получается обороты, после 3000 она где-то начинает ехать уже нормально, поэтому ну да, так определенный это... момент, там даже где-то написано в каких технических характеристиках о том, то, что она до 3 какой-то определенный момент, а после больше. Ну и, в принципе, первая скорость у нее задушена, чтобы коробку не рвало. Слушай, ну вот я не могу понять подвеску, то есть у тебя стоят как бы жесткие тапки, но несмотря, ну, жесткие в том плане, что у тебя профиль низкий, экстремально низкий, да? Несмотря на это, она все равно сохраняет плавность хода, да? Но в то же время, конечно... Она мелкая, у нее есть такая этот, как это, я не знаю... Особенность? Особенность, да, то, что она едет мягко, ну, то есть глотает мягкие ямы, а на жестких, вот на таких мелких всяких ямках она отрабатывает прям... Ударно. Как, да, как следует, то есть она отрабатывает очень жестко все. Саш, давай ради интереса сейчас вот с места попробуем стартануть до соточки. И, ребят, внимание, нас трое в салоне, и, собственно, машина загружена. Вот, два давайте, старые колеса, давайте попробуем. 7 мест еще, да? Так, сейчас, да, вот она словит нули. Вроде словила.
Так, нет. Мы бы не успели. А, нет, смотри, получилось у нас замериться. 9,4 сейчас показала машина. Обалдеть. Дядь, ты, наверное, сейчас в расстройстве. Дядь, это плохо, да? Да, нормально, ничего страшного. 9,4, это как, она вообще не едет, получается. Я не привык, что... Ты либо не нажал, может быть, Алан? А мы сейчас еще попробуем. Саш, что ты думаешь про расклон 9,4? Это яма. Напомню, что у нас машина по паспорту едет 7,2-7,3 до 100 км в час. Максималка у нее 210. Кстати, на максимум пробовал ее качать? 210 она едет. Как раз 210. А там ограничитель сработал? Убирает сюда. Агран. Она едет по трассе раз. Ну, понятно. Сейчас у нас машина нагруженная, вот. Но, тем не менее, мы сейчас еще попробуем. Не утешай себя и меня. Не, я просто ребятам объясняю, почему как бы такой разгон при такой мощности. Да. Саня расстроился, короче. Пеоч, как тебе разгончик? Надо снимать 22-е. Как у «Жигулей», как. Ну и также здесь еще вот эти 22-е тапки, да, которые тоже, разумеется, немного доуменьшают разгон, потому что они большие и тяжелые, так как это китайские «Воссены», да? Согласен. Вот, то есть здесь в угоду красоты пришлось пожертвовать, так скажем, динамикой. Наваливали мы, наваливали и донаваливали до заправки. Саша, расскажи, пожалуйста, что по расходу реально в среднем у этой машины? Средний городской цикл примерно выходит, ну, в моем, я не знаю, как это, в моей езде, интенсивности и всему тому. Ну, это активная езда, да? Ну, средний, между активным и таким, так, средним, так. Более-менее, пенсионерский, так. Короче, стиль вождения. Пенса. Да, и где-то средним зимой 20. Летом 18, вот так, с прогревами, со всей, ну, средний диапазон. А ты это смотришь по компьютеру или высчитываешь так? По компьютеру, значит, по факту больше должно быть. По факту, конечно, ну, скорее всего, не просто так же тут V8 стоит. Ребят, у нас, в принципе, по топливной экономичности все, но я вот хотел еще сказать пару слов. Сейчас вспомнил, когда вот я был маленький, еще в школу там, ходил в первый класс, и у нас была четверка «Жигулей» 85-го года выпуска. Я вот как сейчас помню, мы с батей заезжали на заправку, 100 рублей полный бак был. Да. Вот были времена, 100 с копейками. Сейчас полный бак уже... 3 с копейками. Жиза! Ну-ка, ну-ка. Не, ну прикольно, прикольно, кочегарит. Оп! Итак, у нас обновленный вариант 9,3. Да пипец. Мы улучшились. Не, ну, ребята, у нас происходит букс. Поехали. Пробуксовывать все равно. Ну да. Стабилизация выключена, да, сейчас? Да. О, дядь, с горочки сесть. Блин, ну прикольная тачка, конечно. Хочется от V8 больше динамики. Но так как автомобиль уже морально, так скажем, устаревший по части технологий, этот V8 не может как бы максимально эффективно передавать как бы мощность на колеса. Да и он, в принципе, не особо-то форсированный. То есть 4,4 объем, 315 сил и момент 440. Для двух тонн, конечно, тяжеловато. Да. Но в целом эффектно. Две. Сколько стоит XC90 на V8 сейчас? Да, ну смотря как, кто-то гнет там и 1,5 миллиона. Ну, я считаю, адекватная цена. Ну, средний порыв. 1,1,1. То есть за миллион с копейками можно взять такую тачку, да? То есть за место Kia Rio можно взять вот хоть что-то. Mm-hmm. Но ты мне, кстати, так и не ответил про то, насколько в целом они ломучие. Ты сказал про себя, а можешь ли сказать вот в целом? Не могу про мотор, могу сказать точно то, что это вообще бессмертная, я не знаю, пушка, которая без разницы на все. Пуша — это ЖДМ-очка. Ну да, а коробка... Мотор-то Yamaha, ребят, японский мотор. А коробка, как он там, Айсин, по-моему, ТФ-8, шестиступенчатый этот. Халдекс только у них иногда отрыгивает, и все, не более того. Ну что, друзья, надеюсь, вам было интересно более подробно узнать об XC90 первого поколения. Какой мы имеем итог? Машина может очень круто выглядеть, она чертовски комфортная внутри, но даже с мотором V8 она не имеет какой-то заметной ракетной динамики. Однако она стоит 1 000 000 с копейками, и это действительно интересный вариант, если рассматривать, собственно, это как было приобретение. Прикольная тачка. Саня, спасибо!